Всем большой привет! Сегодня я узнала о новом боте. Он называется «Мой Оскар». Я думаю, многие понимают, почему он так называется и чей это бот. Давайте посмотрим, что он умеет. Умеет он, в принципе, много чего. Даже из первого раза так нужно посидеть, поразбираться. Сразу скажу, что у меня на этом моменте заклинило все, и мне пришлось перезайти в контакт. Может быть, у вас то же самое будет. Так вот, после большого объема работы Оскар решил отправиться в отпуск, но его ждут кое-какие дела. Здесь вы можете познакомиться с тем, что вас ждет, какие есть призы. Один раз такие, вот видите, случайным образом есть новые задания, есть тут уровни. Как уже сказала, призы, здесь еще рефералка щедрая. Сейчас обо всем по порядку. Нажимаем меню, мой кот, мурр, покорми меня. Интересно. Итак, с самого начала у нас есть полностью 100 единиц сытости и столько же энергии. Что нужно делать коту? Ну, давайте нажмем работать. Мое самое любимое дело – это работать. Он начинает работу, но сейчас в этот бот я ни в чего не вводила никакие деньги. Если вы посмотрите в самый верх, где примерно в левом углу у меня время, чуть ниже написано «Мой Оскар. Сообщество». Если туда перейдете, там тоже есть что почитать и кое-какие сюрпризы. Ну а тем временем самое вкусненькое — это реферальная система. Если у вас есть несколько друзей, вы можете за каждого из них получить доход по 2 рубля. За каждого приведенного реферала вы получаете до 3 рублей, но написано 2 рубля, и еще 5% от его дохода. То есть, если ваши рефералы будут пополнять, вы с этого тоже будете что-то иметь. Поэтому, если у вас есть друзья ВКонтакте, обязательно делимся ссылочкой и посмотрим, что мы можем купить. Сейчас мы везде полазим и узнаем. За выполнение поручений дарит тебе Оскар какие-то подарочки. Но здесь можно еще все что-нибудь купить. Видите, можно пополнить баланс. Можно на любой удобный способ. То есть, я так понимаю, на Киви, мой любимый, спокойно можно выводить деньги. Но так как я еще ничего не ввела, то, соответственно, губу пока не раскатываем. Хотя, если привести рефералов, можно что-нибудь придумать. Ты оставил кота на поле с самоцветами. Осторожно, не нарвись на бомбу. Это если зайти в игру, в меню игр. Здесь две игры. Вот, минер и монетка. Ну, в общем, интересно. Мой кот пока работает, пока я монтирую этот видосик. Даже интересно, когда он закончит работать, у него не будет энергии, значит, я ему должна буду купить еду. Сейчас посмотрим. Также есть навыки у кота. Я думаю, видеоурок, я не буду покупать за 5 рублей. Лучше, наверное, копить на вебинар, потому что там не 0,1 сутки, а сразу 0,8. Вот, поэтому лучше, наверное, буду на вебинар копить, если мне, конечно, хватит. Если вы перейдете по моей рефералке, сразу вам огромное спасибо. Как я уже сказала, можно купить еду, продукты, а можно еще и одежду. Посмотрите, здесь сонный Оскар и еще есть бандит. Посмотрите, какой он милах. Ну, еще и супер Оскар. В общем, мне бандит очень понравился здесь. И можно купить продукты. Самый дешевый — это хлеб, написано «дешево и вкусно». И интересно, кстати, насколько хватает. Это, наверное, полностью 100% единиц. Но когда я буду пробовать, я покажу. Вот видите, мой кот работает, и уже сытость уменьшается, и энергия, соответственно, тоже. Ну, двигаемся дальше. Я прям решила посмотреть эту картинку, эти глазища. Вообще, ну, тот, кто составлял, рисовал это изображение, вообще молодец. Ну, вернусь еще раз к рефералке. И хочу сказать, что все, кто перейдут по моей ссылке, еще раз вам большое спасибо. Накоплю и в моем телеграм-боте покажу, что купила и как этот бот дальше приносит мне деньги, если я, конечно, у меня это все получится. Пока свои деньги сюда вводить не планирую, но я зайду в сообщество и перейду в чат, буду там с остальными участниками иногда, может быть, переписываться. Так что заходите, смотрите, интересно, вроде ботик. Но у меня на этом все, всем спасибо, всем пока.